Доброго ранку, вітаємо вас і сподіваємося, ви вже прокинулися, вже готові десь там до роботи, можливо, вже прямуєте на неї. Ну, а ми у нашій ранковій студії знову запросили до себе в гості дуже цікавого гостя. І зараз Максим представить. Так. Маю честь представити. У нас сьогодні просто, щоб ви розуміли, концентрація жіночої краси, жіночності, жіночої енергетики просто зашкалює, тому що у нас Світлана Ісаєнко у гостях. Доброго ранку. Доброе утро. Так, ви у нас лікар-психотерапевт, блогер, письменниця. І у нас з вами є дуже цікава тема для обговорення. Нещодавно закінчилися Олімпійські ігри в Токіо. І, ну, були і сльози радості, але й були і сльози горя. Тому що у когось там щось не вийшло, там панічні атаки, стрес. От хочеться саме поговорити про те, як у спорті боротися зі стресом, не доводити до панічних атак і взагалі не шкодити собі емоційно. Дуже приємно. Доброе утро. Доброго ранку. Да, дуже приємно з вами познайомитися. Ну, во-первых, спорт – це завжди дистрес. Да, человек находится в таких рамках, которые заставляют его идти к цели. То есть он должен, да, постоянно. И действительно, характер воспитывается совершенно по-иному. И когда человек находится в этом дистрессе, в постоянном, постоянной тренировке, нервная система не отдыхает, она истощаема, плюс еще социум, который давит, то есть на тебя очень большая ответственность. И человек, конечно же, приходит к тому, что он чувствует ощущение вины, самобичевания. И особенно если там не получил те результаты, которые должны. С одной стороны, спорт создает личность, с другой стороны, спорт калечит личность. И так происходит, что, конечно же, когда личность находится в постоянном стрессовом расстройстве, скажем так, в стрессовой ситуации, то нервная система периодами сдает, нейромедиаторы не справляются, и человек, конечно же, входит в состояние дистресса, да, то есть это адаптационное расстройство. Угу. Тобто виходить так, що спортсмени на постійній основі перманентно знаходяться у стресі. Конечно. То есть, так, помимо того, что это физическая нагрузка, это еще и психологическая. И, по моему мнению, у спортсменов сборной в штате обязаны быть психотерапевты. Обязательно должны быть для того, чтобы можно было обговорить. Потому что так ломаются личности. Когда, помимо того, что я очень много имею пациентов, и я знаю, что те люди, которые занимались большим спортом, действительно в психике есть сдвиг, да, ввиду того, что они полностью фиксированы на достижении результата. Угу. И, с одной стороны, это хорошо, как закалялась сталь, да, собирать дух. Но, с другой стороны, это не дает возможность ни шаг влево, ни шаг вправо, да, человеку. И личность, особенно если есть еще предрасположенность к каким-нибудь тревожным расстройствам, нейромедиаторы там по-другому несколько работают, и, конечно же, личность сломается, и приходит адаптационное расстройство. Угу. Так, добре, а як тоді, який найкращий шлях вирішення, ну, можливо, не вирішення, але позбавлення тривожного ось цього розладу для спортсменів? Превентивні методи, тобто профілактика. У спортсменов должен быть свой психотерапевт. Угу. Это мое мнение, и вообще у каждого человека должен быть свой психотерапевт. В зависимости от того, да, если уже я врач-психотерапевт, но изначально я врач-психиатр, то есть у меня два образования. И, конечно же, мы уже работаем, когда уже есть расстройство, да, изначально. Но для того, чтобы человек не входил в это расстройство, необходимо, конечно же, профилактику проводить. Как это? Когнитивно-поведенческая терапия, чтобы люди знали, чтобы спортсмен знал, что даже если он не приносит, не получает тот желаемый результат, который хочет тренер и который хочет вообще социум вокруг, это не обозначает, что он плохой, да, это просто новая возможность. Mm-hmm. Есть такое понимание в психологии, это когнитивные искажения, то есть человек сразу для себя на этапе «я плохой», «я неудачник», «у меня ничего не получается», «я подвел всех», чувство вины, самобичевания, и, конечно же, это может привести и к депрессивному расстройству, хорошему депрессивному, даже суицидальными тенденциями, и может быть, конечно же, и тревожное расстройство. И поэтому здесь необходимо проводить профилактику, чтобы у человека вырабатывались новые, скажем так, нейронное понимание новое, что просто необходимо будет там больше уделить внимание на это, либо еще на это. То есть трагедии, беды никакой нет.
Угу. Дивіться, одразу теж хотілося запитати про те, що є люди, які от з дитинства в спорті. І коли, наприклад, дитина в спорті, їй пояснює, що треба через біль, треба через втому, через не можу, треба до цього йти. Потім ця модель, вона перекладається, в принципі, на життя, що ти терпиш там якісь десь, ну, можливо, не досить до себе приємне ставлення. В якійсь мірі це добре, а в якійсь мірі це погано. І якщо раніше, наприклад, люди дуже мало думали про психічне своє здоров'я, вони просто бачили ціль, просто робили, бо треба було, то зараз люди починають більше переживати за своє психологічне самопочуття. От як зараз в сучасному світі зробити так, щоб дитина займалася спортом і досягала в цьому успіху, але при тому не шкодити її психіці? Супер вопрос. Мы сейчас поговорим о самооценке. Угу. Потому что необходимо вырабатывать достаточную самооценку. Нас как раньше учили, да? Вот я из постсоветского пространства. И меня так учили, что нельзя быть эгоисткой. Да. Нужно, ну, всех нас, да, так, угу. так говорили о том, что эгоизм — это плохо, нужно себя постоянно на амбразуру бросать, нужно быть человеком, который отдает себя всему. Это неправильно. Необходимо иметь самооценку. Не бывает завышенной самооценки. Оценки. Вот эта завышенная самооценка, наоборот, она заниженная, и она является эгоцентризмом. Угу. То есть это признак заниженной самооценки. Ага. А здесь получается, то есть человек, он самостоятельно выстраивает свои границы. И вот как раз достаточная самооценка дает возможность к реализации тех спортивных достижений. Не через бичевание, а наоборот, через того, что мне можно, я позволяю. И вот это самое важное. И, конечно же, правильно воспитывать ребенка, когда родители сами проработаны, у них все хорошо в семье и в жизни. И они будут ребенку говорить о том, что действительно ты устаешь, но ты понимаешь, зачем. Да, потому что mm-hmm. если ты знаешь, зачем, ты можешь любые как пережить. Но ты понимаешь, что ты тем самым подтверждаешь, да, ты самостоятельно себе даешь возможность и позволение, да, подтвердить, какое ты есть на самом деле личность. Ви знаєте, дівчата, я зараз у захваті, тому що, по-перше, я захоплююсь тобою, бо ти у мене просто з язика питання просто зняла. Працювалися просто. Так. Ну, у нас тут сімейні такі відносини, а коли з'являється психотерапевт, тут же ж вмикається. Хотів запитати, ми зараз, от дійсно, ви зачепили зараз дуже глобальну тему. І вона не стільки відноситься до спорту, ну, це так, як один із підрозділів, а, в принципі, у самому житті. От багато ж людей, у яких із самооцінкою великі проблеми, ну це м'яко кажучи, і не розум... ну, просто не завжди можеш зрозуміти сам у собі, що в тебе є ці проблеми. От з чого потрібно починати людям, можливо, батькам, можливо, зараз підліткам, які дивляться, так, або просто там похилого віку люди. Все одно потрібно з чогось почати, аби пропрацювати і вже стати на той шлях до нормальної здорової самооцінки. Мы должны в первую очередь понимать, что самооценка – это как иммунная система личности, как mm-hmm. будто наш иммунитет. Mm-hmm. То есть именно благодаря самооценке мы отсеиваем, что нам хорошо, что нам плохо. Мы всегда хотим быть удобными, мы хотим нравиться людям. Так, это речь. Давайте подумаем, да, то есть мы куда-то заходим, мы думаем, так, какой же костюмчик надеть, чтобы там мы нравились, да, как нам. Так. Это невозможно всем нравиться. Угу. Да? То есть когда мы в стремлении получить одобрение от социума, мы сами теряем свой внутренний стержень. Угу. Угу. И здесь так. нужно понимать наши границы, которые мы для себя расставляем, что, ребят, вот здесь мои границы, а здесь ваши. Я уважаю ваше мнение, но это всего лишь ваше мнение. И, конечно же, личность, она прислушивается к тем людям, которые ей дают возможность, да, те, угу. которые воспитывают, те, которые ее одобряют. Угу. Но сейчас тенденция в мире такая пошла, да, вот крайностей, потому что люди, которые понимают самооценку как вседозволенность, это неверно. Ага. Самооценка — это внутренняя дисциплина, самодисциплина. Когда ты любишь Ого. Себя, когда ты любишь себя, так. ты любишь свое тело, ты любишь, ты не будешь кормить свое тело там какой-то водкой, к примеру, да, там, для того, чтобы уничтожать себя. Когда ты любишь свое тело, ты занимаешься спортом, да, ты правильно питаешься, так как полезно твоему телу. И ты делаешь те вещи, которые приятны тебе, но это о дисциплине. Это не лежать целый день на диване и кушать кучу каких-то непонятных чипсов, да, или еще чего-нибудь. Это не об этом, что я могу себе все позволить. Человеку все можно, да, можно бегать
бегать по лужам до того момента, пока ты не брызгаешь других людей, да, в рамках закона, скажем так, нашего Украины. Но, тем не менее, мы не позволяем. У очень многих людей есть такая установка, как «моя задача быть отвергнутым». И не везде это отвержение ищут. Це як взагалі це працює? Подсознательно. Ребенок в самом начале, у него занижена самооценка. Он растет в семье, я на примере объясню. Так. Ребенок растет в семье, где его родители сами заниженной самооценкой. Угу. Он видит конфликты между родителями. И ему постоянно говорят, например, мама, я тебя родила сама для себя. Если бы не ты, я бы достигла карьеры. Если бы не ты, я бы там сделала бизнес, да? Так. И если бы не государство, в котором мы живем, мы бы жили хорошо. Мы абсолютно не купим никакой квартиры, да, это невозможно. И они работают стабильно плохо, да, к примеру, на заводе. Никак не развиваясь, не имея никакой возможности. Но ребенок считает, что он виновен. Сразу, изначально. Ну как, если мама говорит, он же ребенок до определенного возраста, он не идентифицирует. Он как будто он и есть социум, да, он и есть мама, он и есть папа. И так происходит, что постепенно ребенок начинает расти, он начинает себя взращивать, и у него как раз эта установка, что он виновен, что мама не состоялась, папа не состоялся, они ругаются между друг другом. И у ребенка четкое понимание, что ну, я недостоин. И моя задача — быть отвергнутым. И таких, например, девушек мы видим, когда они в отношениях с абьюзерами. Таких мужчин мы видим, да, когда они начинают за девчонками бегать, просто, знаете, как, прошу прощения за сравнение, как шавки. Как шавки. Навіть так? Навіть так. Ого. И на самом деле это происходит, хотя человек умный, грамотный, интеллектуальный, интеллигентный. И вы знаете, есть моя теория лично, это пони и жеребцы. Да, я очень много часто вижу у себя в кабинете, когда приходит настоящий жеребец, да, и вот он говорит, не-не-не, я пони, у меня моя задача ездить вот так вот по кругу, и чтобы у меня там ножки атрофировались. Я говорю, это не так. Совершенно не так. Он говорит, ну как не так? Мне социум все время об этом говорил, что я такой. И люди верят. И потом, когда они открывают себе, что да нет, я на самом деле жеребец, и я на самом деле, моя задача на скачках быть первым. И когда он открывает себе этот потенциал, он видит, что он может бежать очень большие дистанции. То же самое и с нами. Я просто, знаєте, сиджу вас слухаю, розумію, що все ж таки все знову йде через дитинство, через закладеність, але тут таке в мені протиріччя зараз відбувається. В тому плані, що я сама дуже багато там займалася професійно спортом, хореографією, це весь час от перемога, там вихідні, от, ну, в такому плані. Це мені потім подальшому допомогло по життю там досягати якихось цілей, здійснювати мрії, але в той самий час, якщо зараз, як ми кажемо, дитині дати зрозуміти, що ти відпочиваєш, відпочинь, у мене страх, що можна через це максимально розслабити, що не буде, ну, як ви кажете, да, заради чого. Тим більше зараз в умовах гаджетів, тіктоку і тому подібного взагалі ну, зникають якісь бажання досягати чогось, займатися спортом. Як можливо все ж таки відпочинь, але ну, чи прикладом своїм показати, чи якось розмовами, ось як тут? Действительно, просто самооценка – это большая тема. Я не говорю о том, что необходимо відпочивати постоянно, да, отдыхать, нет. Я говорю о том, что самооценка – это самодисциплина. У меня есть моя задача, да, я хочу там, получить олимпийскую там, награду, да, вот у меня есть моя задача. И я к этому иду. Я к этому иду не… не знаете, не толчками там какими-то, а я постоянно, каждый день, да, самодисциплина, я это оттачиваю, я делаю. Через усталость, конечно же, я чем-то буду жертвовать, да, но я не всем жертвую в своей жизни. Я все равно, я жертвую, но я и имею себя внутри. То есть это мой характер, я воспитываю так свой характер, я воспитываю такую личность. Но не через боль и унижение ты, да, как садись, да, вот эти вот все. Нет, а наоборот, объяснять. Можно же по-разному. Можно в ассертивной модели, это когда в уверенной модели, а можно с точки зрения бичевания это делать.
Я вас зрозуміла, тому що мені зараз аж, знаєте, відгукнулося такими бігемотиками по шкірі, в тому плані, що я теж думала, що я маю, типу, там не гуляти з друзями. Тобто я сама собі вже надумала, чого я маю позбутися, аби досягти чогось. Тобто сама собі це вже заклавши в голову. А насправді це не так. Конечно. Ага. Конечно, картина різна. Чому так? Тому що вам, ми ж як создаємо, да, нашу личність? Соціум. Угу. Изначально, да, у нас там есть и наши задатки определенные, характерологические, но в основном это социум. Мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, подруги и все фильмы даже. И, к примеру, тема расстройства пищевого поведения. Это сейчас сплошь и рядом. Даже в спорте у спортсменок действительно это сплошь и рядом, особенно художественная гимнастика, девочки, которые занимаются балетом. Почему? Нужно соответствовать канонам красоты. Так. И сейчас многие девчонки, не думая о себе, начинают соответствовать канонам красоты. Как? И мы видим, что и анорексия, и булимия, она очень сейчас распространена. Угу. Но буквально еще в 60-х годах такого вообще заболевания не знали. Так. Социум дает нам. Да, и как самая важная задача нас, и нас, психотерапевтов, и вас, и даже то, что мы сегодня встретились в эфире, это чтобы люди задумались, а так ли я живу, а чего ли я хочу, а правильно ли я делаю. И сейчас существует очень много источников. Я не сторонник раскапывать детство, потому что очень многие психологи, они вот фиксируются на детстве. Да, у нас были проблемы, да, действительно, нам нанесли психотравму, но не стоит холить или леять эту психотравму потом пожизненно, потому что эта психотравма, она становится за ручкой, и все говорят, как у тебя дела, ты... Психотравма. Вот, все было хорошо. Прошу знакомиться. Да, вот моя психотравма. Не могу я построить взаимоотношения, потому что психотравма, и мы с психологом разобрали. То есть здесь необходимо создавать себя. Вы знаете свои слабые стороны, вы знаете, где были психотравмирующие ситуации, вы их проработали и пошли в жизнь дальше. Вот задача. Знаєте, пробачте, ще одне запитання стосовно спортсменки. Ось неї на змаганнях не поїхав її тренер, якщо ми вже говоримо про спорт. І, на жаль, вона не здобула цієї перемоги і цієї медалі, про яку мріяла. І потім в коментарях вона пояснила, що, мабуть, це через те, що не було поруч зі мною мого тренера, який завжди був поруч зі мною. От якщо говорити про цю опіку і підтримку тренера або близьких людей, коли завжди йдуть з тобою по життю, коли ти досягаєш цілей, і потім в якийсь момент їх немає. Звісно, зона дискомфорту. А можливо, як себе підготувати до цього, чи взагалі йти завжди так, щоб не опиратися на підтримку когось? Самооценка. Знову самооценка. Создавати. Що таке самооценка? Це внутрішня точка опори. Ви розумієте, коли тренер є рядом, то ви... Я хорошо сделала, да, я правильно сделала. Відповідь. Ти молодець, ти умничка, все получилось. А сейчас, да, хорошо. І это происходит действительно, это так формируется личность. И это замечательная личность, но просто она, данная личность, она опирается на тренера. А когда человек самодостаточен, да, и он лишний раз может сказать себе, слушай, какой я вот красавчик, какая я молодец сегодня. Да, я не сдобыла, я не получила эту награду, но я понимаю, что на следующий год я увидела свои ошибки, на следующий год я подготовлюсь и просто яркой звездой выйду и все получу, и все сделаю, потому что у меня есть я. И я себя очень люблю. И благодаря себе я достигну эту победу. Класс. Так, Таран, я можу вриватися. Звісно. Ні, я просто, мені настільки подобалося за вами спостерігати, от ви настільки, знаєте, гармонічно спілкуєтесь. А мені відгукнулося бегемотиками тим, що, і от я спостерігаю зараз два моменти. По-перше, у вас досить такий нестандартний підхід до практики, тому що, як ви правильно сказали, багато все ж таки йдуть от туди, в дитинство. Але мені приємно, що я зустрів позицію, яка відрізняється від цього, тому що і дійсно, я теж не думаю, що нашу воно треба, якщо можна зараз створити себе. І також ви сказали про дуже-дуже важливий нюанс, про який мало хто зараз пам'ятає. Це про асертивність. Цього не вистачає зараз у житті. І як же ж прийти до цієї позиції, коли тобі стане, ну, насправді добре вже? Очень просто. Да? Начинаем с себя. Да? То есть изначально мы для себя прорабатываем алгоритм. Чего я хочу? Какая моя миссия? То есть какая моя задача? Вообще, чего я живу? На самом деле, вот вы сегодня, мы с вами попрощаемся, да, вы пойдете, вот спросите у своих друзей, коллег, чего, вот какая твоя миссия, чего ты живешь?
Я б у себе це спитав. Складне запитання. Це ще, наверное, потому что люди, они, знаете, как вот существуют, нет осознанности. И, конечно же, мы создаем себя. Каким образом? Мы себя начинаем обтесывать. Да? Мы делаем, мы знаем свои сильные, слабые стороны. Мы это взращиваем, личность. И это очень важно, потому что личность, она ассертивное поведение. Что это зрелая личность. Так. Которая не вваливается в какие-то инфантильные состояния, да, и не говорит о том, что в состоянии жертвы, да, вот я, все у меня плохо, все у меня ужасно, хотя в жертву это самое выгодное положение, по большому счету. Ну, я бы достиг всего, но у меня, вот видите, я жертва, да. Ну, у меня, я жертва, вот все у меня плохо, все, вот. А пойдите, недавно, вот совершенно, вот самый пример, я в клинику искала себе... Мне нужен был санитар, так. Да? У нас стационар психиатрический, и вот мне нужен был санитар. Я просто даю адрес, да, и говорю, позвоните, пожалуйста, по этому номеру телефона, так. Обратитесь, действительно хорошая зарплата, все, ну, то есть новое место работы. Ну, что вы думаете? Ни один из претендентов, они не набрали по телефону, они начали мне писать в директ и спрашивать, задавать вопросы. Я говорю, пожалуйста, наберите по телефону, мне некогда этим заниматься. И они говорят, у вас плохо телефон написан, мне плохо видно этот телефон. Выправдание. Да, да, мне плохо видно этот телефон. Потом кто-то там пишет, ой, а зачем, если я могу вам написать? Ну, то есть очень много каких-то оправданий, которые абсолютно не соответствуют действительности. Если ты хочешь поменять свою жизнь, то, конечно же, можно найти очень много «а если бы», «а как», но это же все не то. Если ты чего-то хочешь, у тебя это обязательно будет. Может быть, не сейчас, но попозже. Получи навыки, и у тебя произойдет это. Я всегда задаю вопрос. Вы хотите быть там в IT-сфере, а вы английский язык знаете? И все... Уже и не так, то и хочется войти. А в школе погано учили. Да, вот, да, совершенно верно. А, ну понятно, если бы я там учила. То есть все это отговорки, которые происходят. Поэтому ассертивная модель поведения, необходимо себя терапевтировать, самостоятельно пробовать, читать, знать. Но, как правило, это плохо получается. Поэтому нужно находить для себя, во-первых, понимать, для чего я это делаю. Не просто потому, что это модно, да, а потому что я выбираю другой сильный путь. И вы берете и находите своего психотерапевта, с которым вы занимаетесь. И я не сторонник заниматься, когда, знаете, да простят мне мои коллеги-психоаналитики, но, тем не менее, я не сторонник, когда 10 лет, да, занимаются одним и тем же. Но это не, для меня это непонятно. С точки зрения психотерапевта, моя задача — это чтобы человек был счастлив. Счастью человека. И моя задача дать ему инструменты, векторы, чтобы человек умел ними пользоваться без меня. Потому что очень часто бывает так, что психотерапевта вот за ручку хотят вести, чтобы психотерапевт находился рядом и был, да, и вот как вот поддержка такая. Я говорю, не-не-не-не-не, я не костыли, да, все, оставляйте меня уже. Класс. Да? Достаточно. Все, вы уже самостоятельно идете по жизни. И это очень важно, потому что люди, они потом приходят и говорят, Светлана Владимировна, спасибо вам большое, благодаря вам изменилась полностью моя жизнь. Клас. Світлана Володимирівна, дякую вам теж великий, тому що мені здається, зараз і у наших глядачів зміняться якісь певні думки, і в мене, якщо чесно, зачепила, тепер задумалась про свою місію. Але ми не можемо не оминути ще один аспект, ви письменниця. І ми зараз можемо презентувати, показати ваші книжки, чи могли б ви зараз теж коротко розповісти, взагалі цікава дуже назва. Можна мені, будь ласка, одну? Звісно. Я з радістю погортаю. Невигадані історії вигаданих людей. Вже цікаво звучить. Да. Ну, якщо ви обратите увагу, это девочка, да, которая дарит свое сердце, и внутри там есть платочек для плакания. Это бесмешно мило. Да. О, у меня снова бегемотики побегли. Друзья, подивіться, будь ласка. Это первая книжка в моем жизни, где поклали платочек просто для того, чтобы потом поплакати. Я шокована, панове, пані, бомба. Дивіться, оп, оп. Тобто, почекайте. Тут настільки зворушливі історії. Да, но дело все в том, что эта книга, она как оркестр эмоций. Вот на самом деле она написана очень легким языком, ну, чтобы каждый понял, и чтобы каждый человек увидел в героях себя. Это роман. То есть эта история не связана между собой. Вы понимаете, что это действительно такой роман, который глубинный. Кстати, все иллюстрации я писала. Класс. Тобто ще й художниця. Ну, так произошло, так получилось. И здесь же еще какая фишка. Так, давайте, вот, в самом начале. Девочка, да, если вы ее пролистнете, вы увидите, как она отдает свое сердце. И она отдает свое сердце людям в эпилог. Да. Я шокована. Слушайте, вот это... В эпилог.
Знаєте, часто кажуть, треба відкрити книжку на останній сторінці, щоб зрозуміти, чи хочеш ти її прочитати по останньому абзацу. Мені здається, після отакого, після дівчинки з секретом, яка дарує своє серце, ви маєте прочитати цю книгу. А де її можна буде знайти у вас? Вона зараз можна на моїй сторінці, ага. Там є посилання і переход, ага. И, в принципе, пока еще, ну, в Харькове есть, в некоторых книжных магазинах, но в Киеве пока еще ее нет. Класс. Ну, на сайте есть. Клас, дякуємо. Да. По-перше, я не знаю, у мене сьогодні настрій, як у цієї маленької дівчинки, що віддає своє серце. І дякуємо вам, що ви віддали своє серце, все ж таки розказали нам про те, як краще з собою знайомитися, як краще з собою говорити, щоб собі не нашкодити. Шановні глядачі, якщо ви не змогли спочатку до кінця переглянути це інтерв'ю, воно чекатиме на вас на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Ну, а ми продовжуємо наш ранковий ефір. Так, ви знаєте, я... По-перше, я хочу вам сказати дякую за те, що ми почали ранок у вашій компанії, ви з нами. Я вам скажу, що у вас нестандартний підхід, якого зараз практично ніде не зустрінеш, і це настільки круто. От це серйозно, без перебільшення, це неймовірно круто. І дякую, і ви знаєте, я зараз розумію, наскільки вашим пацієнтам щастить. Так от, нехай у вашому житті цього щастя буде якомога більше. Дякую вам огромне.